Всем привет! Место Кросс в белом свете. Вчера посмотрел ролик, выложил человек, живущий в Беларуси. Он купил Весту Кросс, красную, по-моему, и говорил о том, что вот криво-косо наклеен вот эти обвес пластиковый. Ну и говорит, что вот так и так, плохо все вот делают. И вот стоит машина, честно говорю, не выбирал вообще. Вот увидел, что стоит машина Кросс, и решил снять этот ролик. Давайте сейчас вот вместе с вами прямо вот пройдем по обвесу и посмотрим, криво ли он стоит или нет. Дело в том, что я тоже как бы допускаю, да, что такую вещь, что, допустим, на заводе сейчас, естественно, хотят больше заработать, и где-то, может быть, быстрее-быстрее именно вот такие вот версии делают с обвесом, то есть кроссовые. И, возможно, где-то что-то как-то вот это, ну, как сказать, закрывает глаза на там где-то что-то, может, так плохо сделал, все такое. Поэтому давайте смотреть, так ли это на самом деле, или это просто так получилось, что вот именно вот та машина, что там, где-то, может, какой-то косяк, либо это ударились, либо был какой-то удар в пластик, в обвес при погрузке, разгрузке. Ну, смотрим. Стыки, да? Все красиво, ровно, ничего не отходит. Дальше идем. Здесь тоже, как видим, все ровненько. Кстати, вот про вот эти дисковые тормоза, видите, да, что типа все проржавело. Ну, понятно, что железо стоит, климат какой сейчас. Зима, холодно, постоянно туманный дождь идет. Это вот сейчас только-только посохло. Поэтому посмотрите про иномарки обзоры, там тоже самое. Все это железо, все ржавчины. Здесь смотрим. Все ровно, красиво. Дальше вот пошли стыки, тут много их. Тоже все на одном уровне, да? Все идет красиво, все четко идет. Вот здесь, ну вот тут, если придраться, да, вот может быть вот чуть-чуть вот есть вот тут. Вот. Но я так считаю, это не так критично. Дальше идем. Что тут? Ну давайте так и пойдем по кругу. Здесь я тоже ничего такого криминального вообще не вижу. Все идет ровно. Все идет замечательно. Никаких проблем. Здесь мы дошли опять до вот этого стыка. Здесь все ровно. Здесь четкий диаметр. Стык, стык, все красиво. Дальше. Здесь тоже все ровненько. Идемте дальше. Тоже все, как видите, все ровно, красиво. Смотрим здесь. Шов по ширине одинаковый, все четко. Идем дальше. Вот, как видите, все здесь идет тоже ровно. Ну, в общем-то, вот мы пришли практически туда, откуда начали. Ну, давайте еще вот здесь мы дойдем. Да, тут тоже все. Ветер опять начинается, будет шуметь микрофон. Ну да, вот мы круг завершили и пришли вот с самого начала, откуда начали. Как видите, просто стоит машина, я ее не выбирал. Пожалуйста, обошли мы по кругу обвес, все ровно, все красиво, никаких дефектов я не увидел. Так что говорить о том, что клеит криво-косо, ну да, посмотреть бы еще на одной. Вон стоит, по-моему, еще одна. Вот еще одна Веста Кросс, видите, да? Пошли, пошли, все ровно, все красиво, ничего я такого здесь не вижу, чтобы оно отошло или там криво было, или щели были по ширине разные. Все отлично, как видите, да? Здесь тоже все ровно, ничего криминального я тут не вижу абсолютно. Вот тут может опять маленький
Но это уже миллиметр-полтора чисто придраться. Сейчас можем подъехать на стоянку, где Кио тут рядом. И там заценить X-Line. Так, я так больше чем уверен, там тоже есть такие будут огрешки. Так что здесь говорить о том, что все криво-косо, я так не считаю. Как вы считаете? Как думаете, что по этому поводу? Пишите, комментируйте. Пообсуждаем. На этом все. Всем пока, счастливо.